Щенок Боня. Предположения волонтера подтвердились. И снова непредвиденные расходы мини-приюта 9 жизней. И на этот раз совсем беда. У Бонни щеночка, помните, метис, мама спаниель, папа таксы, неблагополучная семья, у которой волонтер Влада ее забрала. Вот это про нее публикация. У девочки у нашей обнаружился грибок. Еще пару дней назад волонтер Влада заметил странные залысины возле ушек, а позже еще в нескольких местах маленькие как бы залысинки. Это было странно и неожиданно. Как волонтер и предположила, врач подтвердил ее догадки, что после обработки у щенка упал иммунитет, и вследствие этого просто вылез грибок. Вчера экстренно поехали они в ветклинику 4 лапы на осмотр, взяли соскоб, посветили ультрафиолетом, грибок во всей красе. Малая чешется и скулит от дискомфорта, бедная наша девочка. Сделали первичный укол микродерма и сразу взяла хозяйка вторичную ампулу. Также докуплен и мавирол для наружной обработки. Расходы за этот день на животное. Ветклиника 550 рублей и услуга такси 192 рубля. Средства на это снова пришлось брать с отложенных котам на корм. На содержании у девушки более 50 котохвостов. Любая ваша поддержка важна. Видите, что-то последнее время каждый день катаемся в ветклинику. Но про питание животных тоже забывать нельзя. Очень надеемся, что не зря так все интересовались Бонечкой. И скоро, возможно, мы порадуем вас какими-то приятными новостями насчет нее.